Я уже выхожу. Пробный запуск двигателя челнока. Времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. И тогда мы объединимся. Поспеши. Я подведу челнок к причальной палубе, а Белис держит там. Причальной палубе. Найди меня там, и мы погрузим обелиск на челнок. Да, Мелли. Скоро я отвезу его домой. Не уверена, насколько Кейн контролирует себя, но нам нужен шаттл. Так что давай не портить с ним отношения. Пока. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Многие прошли перед нами
И сейчас наша очередь вместе переступить порог смерти и позволить будущему свершиться. Так идем же со мной, ибо я узрел лик Господа. Thank you.